Очередной вечерний рейд по набережной сотрудников администрации в главе с заместителем мэра Олегом Костенко застал врасплох нелегальных торговцев. У многих отсутствует не только разрешение на торговлю, но и санитарные книжки. Вы на своем рабочем месте должны иметь договор, либо выписку о том, что вам здесь разрешено торговать. Если у вас этого ничего нет, то мы сейчас вас будем оформлять за нарушение законодательства. На двух хозяев торговых точек составлены протоколы. Еще в 6 незаконных объектах спешно свернули торговлю. И на момент подхода административной группы они оказались закрытыми. Однако это не поможет нелегальным торговцам избежать ответственности. В ближайшие дни на межведомственной комиссии будет рассмотрено решение по сносу незаконных торговых точек. Рейдовая группа проинспектировала участок набережной от Малой Бухты до Маяка. Кроме прогулочной курортной зоны, мобильная группа патрулирует пляжи и сельские округа, где также уделяется внимание придорожному сервису.